Приветствую всех на моем канале Одесса 3 ноября. Когда стартует отопительный сезон в Одессе? Отопительный сезон начинается с учетом среднесуточной температуры воздуха. Если за последние трое суток температура составляет плюс 8 градусов, а если температура воздуха выше, сроки старта подачи тепла отодвигаются. Об этом сообщила мэрия. Также в Одессе будут обустроены 141 стационарных пункта обогрева. Это 67 убежищ, 68 учебных заведений и мобильные пункты обогрева. Об этом сообщил Геннадий Труханов. Для этого уже заготовлено 400 кубических метров дров. Процесс еще продолжается. Также Труханов предложил руководителям объединений совладельцев многоквартирных домов города продумать, как они могут подготовить свои дома к тяжелому сезону. Закупить генераторы, обустроить на придомовой территории места для приготовления пищи, сделать запасы воды и продуктов питания. Также по поводу цен на яйца. Это еще цветочки. В следующем году Украина может остаться без этого продукта. Такие невеселые прогнозы делают агрохолдинги. А все из-за того, что на юге Украины погибли 4,5 миллиона птиц на специализированных фабриках. Есть серьезные проблемы и с другими птицефабриками. Так, в результате вооруженной агрессии России уничтожено 6 из 11 крупнейших производств. В Одессе сегодня все спокойно, воздушных тревог не объявляли. Я желаю всем хорошего вечера. Берегите себя.